Привет, мои дорогие зрители, с вами Ориона и Ark Survival Evolved на своем сервере. Только что я заметила недалеко от дома летал кецель 12 уровня, поэтому мы сейчас с Шарлоттой пойдем его пытаться приручить. Так, Шарлотта, я здесь, полетели, давай я тебе сразу стрел дам побольше. Как? Так, накрафтила стрел. Держи 50 штучек. У меня еще есть 23. Возьми на всякий случай все. Наркотики я взяла. Потом кожу взяла, волокно. На месте шипы накрафтим. Беру их Тиорниса. На проймяске, думаю, мы кецеля поднимем. Самое главное его усыпить. Так, где мой Аргентавис? Вот он. Вставай под лапки. Я ползком. Погнали. Он полетел в сторону зимнего биома. Я вот как раз решила за нефтью сгонять, и тут смотрю, вылетает красавчик на меня. Ну, нам надо затаймить, потому что с помощью него мы уже потом спокойно большого сможем словить. Можно анкилу принести и броненосца принести на вулкан. Ну да, конечно, стоит принести. Туман. Ёлки-палки, сейчас туман, еще его не найдем. Вот где-то здесь летал, давай сейчас посматривать. Я не вижу из-за тумана ничего. У меня нет тумана, слушай. А у меня туман такой. Вообще все белое. А, ну может быть настройки графики разные. А вон он, я его вижу, к нам вот. Летит. Видишь? Да-да, вижу. Я вот так и боюсь, что у Аргентависа выносливости не хватит, но постараемся. Ну а ты сядь, посиди где-нибудь сейчас внизу. Не, сейчас нормально выносливости. Все, начинаем? Да, давай, в голову старайся. Попадание. И еще попало. Слушай, молодец, снайпер. Только бы не воду, не под воду, заразка. Стреляют, еще упадет в воду. И только не в сосновый лес. Да не его оттуда.
Выносливость кончается. Сейчас постараюсь его выманить. Глубоко он по-любому утонет. Надо бы уже присесть, Шарлотта. Выносливость кончается. Что, давай передохнем? Гони его к горе. Вот, вроде сам летит потихоньку. Так, вроде вырулила. Тогда уже. Так, спускаемся, тогда отдыхаем. А то, боюсь, я тебя уроню. Главное не потерять его. Угу. Не хотелось бы такую птичку упустить. Еще ведь и маленького уровня жалко. Так самое главное, уже сколько стрел упустила. Он все никак не засыпает. Так, отдыхаем, сейчас уснет. По-любому уснет. Идем за ним, глаз не отводим. Ага, я его вижу, он летит вдоль реки. Полетели. Черт, слетела с Аргентависа нечаянно. Вот он, вот он. Стрелами тяжелее, чем дротиками. Так, надо его гнать от соснового леса. А я не могу пока его опередить. Только... Он летает быстрее. Вот курица непослушная. Молодец, молодец. Хотя бы в ту сторону. Да что ж он все к воде выруливает? Что, он уже краснеет, по-моему, или нет? Не-не, у него морда красная, по-моему. Вообще попасть не могу. Как со стрелами? Стрел-то 38 штук еще. Ходит, проходит. Полетел снова в сторону вулкана. Слушай, как долго. Не засыпает. Я говорю, как-то со стрелом, как будто ему, знаешь, мало вообще совсем дают. Прям в задницу. Тебе в жопу. Ауч. У орла в лапке стрела торчит. Ровно в тело. Во, попала. Несчастная птица. Он скорее нас замучает. Хорошее попадание. Уснул бы он прям на вулкане, прям там, сверху. Честное слово, попадаю уже вот. В задницу опять попала. А прикинь, сейчас правда на вулкане уснет. Летит же туда. Я вообще, по-моему, до него достреливаю. Сейчас, погоди, он успокоится. Поближе тебя поднесу и стрельнешь. Браво!
Как я и говорила, на вулкане, но почти не долетел. Скользит, скользит. Нет, стой, он вниз полетел. Так, следуем за ним. Скорей, скорей, скорей. По-моему, он пропал. Нет. Он пропал. Это. Он вот здесь исчез. А, вон он где, внизу. Да ладно. Телепортировался. Фу, я же испугалась. Так, срочно его шипами ограждаем. У меня кожа и волокно. Только дерево нарубить, топорик. Топорик я взяла, нет. Вроде брала. Нет, топорик есть. Там чуть ниже кошка. Иди убей ее. Так, сейчас я выносливости подкоплю немножко. Шарлот, держи. Я тебе сейчас ингредиенты дам, а тебя будут защищать от всяких кошек и от прочей гадости. Так, кожа, волокно, кожа, кожа, волокно. Волокно. Кожа. Все выкину. Топорик у меня есть с собой. В общем, вот, Шарлот, ингредиенты летят, лови. Там и кожа, и волокно. А, и еще. Еще, получается, я взяла много наркотиков. Надо тебе наркотики передать. А где кошка-то была? Чуть-чуть не долетел. Еще бы немножечко. И на вулкане усыпили. Птичка счастья. Так, кто у нас хоть? Мальчик, девочка? Так, это мальчик 12 уровня. Кецель без сознания. Надо Шарлотту охранять. Я с тобой, топорик у меня есть, тоже помогу собирать дерево. А тебе надо будет следить за ним, чтобы он не проснулся. Шесть уже есть. Так, дерево, дерево, дерево. Шарлот, потом надо будет про мясо добыть. Ну что, я тебя оставляю. Держи еще наркотики на всякий случай. Там немножко. А я пойду добывать прайм-мясо. Несу мяско первосортного и рыбки. Так, раз, два, три кусочка и рыбка. У
Ой, Шарлот, возьми, возьми скорее мяско, чтобы не пропало. Я же не могу кормить. И рыбки там, 6 кусочков. Шесть кусочков рыбки и 3 кусочка прайм-мяса. Если мало, я еще принесу. Жадно, как лопает. Че, как у него там приручение? 50%. Сколько? Ой, мало. 3 рыбки осталось. 77%. Лови обычное мяско, возьми. Обычное мяско закинь, сейчас я еще принесу. Сколько там у него? Так, 85% кушай дальше. Все, сейчас приучится, скорее всего. 89. Хватит, да? Немножко не хватило. Еще бы рыбки побольше принесла или мяско, и тогда бы. Ну ладно. Главное, что приручится. Га. Пойди ты наш добытчик, переносчик. Слушай, там, по-моему, на седло для кецеля нужен жемчуг. А я весь жемчуг перевела в эти электрические компоненты. То есть жемчуга по-любому нет. То есть в любом случае я сейчас летаю в зимний биом, соберу нефти и жемчуга. А потом мы скрафтим седло. Ну, кожа, если что, у нас 50 будет. Жемчуга есть. Сколько? 50. А, ну 50, может, и хватит. Я просто не помню, сколько там надо. О, проснулся Кецаль. 17 уровень. Погнали домой? Вставай под лапки. Ты его за собой только позови. Ну так, за мной. Я отцепилась. Ой, Шарлота выпала. Ты крепче держись, крепче. Кота сейчас буду. А чё мы парашюты пускаем? У меня показало, что ты меня уронила. Я прям вниз летела. Нет, я тебя не роняла. Значит, лагануло так круто. А ты решила парашют запустить, да, от страха? Конечно. Ну, правильно, правильно. Почти прилетели. Полетим потом. Сейчас будем смотреть, что нужно на седло. Приехали. Ой, у меня тут двери открыты. Заходи, кто хочешь. Седло на кецеля. Где оно у нас? Вот оно. Шарлот, надо 85 жемчуга. Цемента 100, 750 кожи. У меня только 400 кожи, больше нет. Цемент есть, и жемчуга нет. Ну, кожу не проблема нафармить. Я вон могу на волка сесть сейчас быстренько. Кожу нафармить. И все-таки, наверное, придется лететь в зимний биом за жемчугом. Ну, заодно нефти меньше наберу. Нам же нефть нужна на эту печку. Так, печка. В общем, смотри, Шарлот, еще раз, на печку надо. Нефти 400, полимеров 400 тоже. Металла 2500. И 250 кристаллов. Кристаллов я нафармила, полимеров я нафармила чуть больше половины. Нефти я наберу, цемент у нас есть. И все, печку поставим. Слушай, я по холодильнику даже шариться могу. Да, можешь. А ты хочешь по холодильникам пошариться? Да нет, там яичко скорпиона было, я положила. А-а-а. Ну что, я тогда в зимний биом полетела? Хорошо, так. За жемчугом и за нефтью. Зачем?
Ну что, нефти я пособирала. Думаю, хватит. Остается только набрать еще немножко жемчуга. И, может быть, с пингвинчиков пофармить органического полимера, почему бы и нет? Я вот смотрю, пингвинчиков здесь очень много. Сейчас мы их поклюем. Эх, сюда бы на волке было лучше прийти. Двенадцать штучек. Слушайте, здорово. Дайте-ка я наберу. Вместо того, чтобы крафтить из обсидиана и цемента, хотя бы немножко наберу органического полимера с пингвинов. По идее, мне надо нафармить где-то 200 полимеров. Даже больше. Тогда не придется больше крафтить. Ого, 114 уровень. Хотя умер быстро. Массовое истребление пингвинчиков. Нафармила я полимерчиков, 260 с лишним штучек у меня получилось. Надо скорее лететь домой, пока они не испортились. Жемчуг. Еще жемчуг. Ну, думаю, на седло точно хватит, полетели скорее. Сетлышко. Шарлот, смотри, я накрафтила органических, нафармила органических полимеров, да, надо желательно поскорее успеть, чтобы они не испортились. Тогда мы сможем печку поставить. Цемент есть? Сколько у них, полчаса? А? Сколько они будут портиться? Ну, один полимерчик портится 30 минут, но там осталось 14 минут, и в кучке их по 10. Но если что, я еще слетаю пофармлю, дофармлю, если что. Я думаю, пингвинчики снова появятся. Я там истребила всех пингвинов, которых нашла. Сейчас самая главная задача — это железо наплавить. Надо взять анкилочку и на кецеле принести на вулкан. Ага, то есть или сюда носить будем, потому что там всего две печки. Надо или дерево туда таскать, и печки поставить. Да, смотри, ты занимайся тем, что будешь железо добывать и анкилу принесешь, а я сейчас тебе дерево принесу. И еще печек поставлю, скрафчу. Так, значит, с меня дерево и с меня печки. Печки крафтятся. Нужны камни. Камушки, много камней. Кожа, я помню. Дерево, волокно и кремень. О, вижу, Шарлотта уже работает вовсю. Ну как собирается? Я тебе печек привезла и дерево. Сейчас поставлю. Значит, надо нам 2500 железа. Остальное, в принципе, все собрали. Насобирали мы с Шарлоттой все ресурсы, все готово, осталось только дело за железом. Поставили мы несколько печек здесь на вулкане, как только напечется железо, мы сможем скрафтить промышленную плавильню наконец-то. Ну а пока сидим ждем. Железо наплавилось, можно печку ставить. Плавильню. Все хватает? Да, все хватает. Давай местность расчистим и поставим. А, я ее сейчас крафчу. Включить. Промышленная плавильня. Крафтится. О, у нас еще куча полимерчиков осталось. Шарлот, давай-ка ты сама ее поставишь, я оставлю ее в станке. Хорошо. А то она у меня красным горит.
Я здесь не могу поставить. Печки, наверное, можно все эти уничтожить. Ну да, их сначала разгрузить надо. Наконец-то у нас теперь есть промышленная плавильня. Все, отмучились, насобирали ресурсы, здорово. Сколько мы сегодня с тобой мучились часов? Ресурсы собирали. Самое долгое это было наплавить железо. Вот-вот. Красота. Работает она, по-моему, на бензине. Может работать и на дереве, но лучше, конечно, на бензине, потому что дерево сильно прогорает. Сейчас мы ее испытаем. Надо сюда металла накидать, бензинчика, и она будет очень-очень быстро плавить железо. И вместо того, чтобы таскать сырое железо домой, мы теперь будем перетаскивать уже готовые слитки. Включить. Железо, железо. Ну-ка, покажи, как ты мне слитки делаешь, насколько быстро. В отличие от обычных печек. Двадцать слитков сразу же. Все, ребятки, на этом я с вами прощаюсь. С вами была я, Ориона. Всем пока-пока.